Небольшое помещение для выписки Видновского перинатального центра не смогло вместить всех, кто хотел поздравить Ольгу и Артура Тиванян с пополнением. Чудо, это чудо. Последний раз такое чудо в Видновском центре произошло больше 2 лет назад. И первым его свидетелем также был врач Илья Скуликов. 2 года назад тоже я приму тройню. Поэтому, в принципе, мы знали, что делать, как это делать. Мы были в команде, в которой были анестезиологи, детские реаниматологи, неонатологи. И хочу сказать, что это командная работа, конечно. Вместе с родственниками пришел поздравить счастливую семью и глава муниципалитета Валерий Венцель. Вместе с детьми вы будете получать самое главное – это любовь и радость. Вот, я тоже хочу вам пожелать, чтобы вы любили друг друга. Я хочу родным и близким пожелать, чтобы вы тоже были вместе с этой уже многодетной семьей. Я хочу пожелать, чтобы у вас обязательно все получалось в этой жизни, чтобы вы были счастливой, полноценной семьей. Глава подарил счастливому семейству колыбель и денежный сертификат, что станет хорошим подспорьем для молодой семьи. Прозвучало поздравление и от врачей. Мы желаем вам счастья, здоровья родителям. Любите друг друга, берегите детишек, приходите еще к нам. Присутствующая на выписке заведующая детским садом номер 24 «Жар-птица» Алена Кокоева, сама мама 3 детей, поздравила детишек и их родителей от лица воспитателей. Стать мамой для женщины – это самое-самое большое счастье. И сразу вспоминаются такие трогательные моменты из моей жизни. Это рождение моих детей, у меня их тоже 3. И поэтому я хочу пожелать нашей многодетной маме здоровья, счастья, исполнения всех ее желаний. Вместе с большим счастьем в семье появятся и большие заботы, но мама с папой с уверенностью смотрят в будущее. Будем пока учиться, как за ним ухаживать уже самостоятельно, без врачей, справлюсь. Помощники есть. Лишь спустя 2 недели произошла выписка мамы с детьми из роддома. Зато врачи уверены, их здоровью ничего не угрожает. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.